пошли гулять по пирсу, а тут магазинчики. Вот это магазин на самом деле кондитерский, но тут, чтобы дети не скучали, вот всякие игрушки. Ну и не только игрушки, конечно. Магазин кондитерский, как я вас предупредил. Вот такие красавцы. У тебя меню фокус стоит. И на это тоже есть любители, вот на это, на все. Я лично больше шоколадным интересуюсь. Тут такого плана. Вот так тоже в коробочках, в наборчиках. Смотрите, как хорошо. Видите, Сашу с фотоаппаратом, она документирует шоколадное счастье. Сашенька, как тебе фотографируется? Скажи. Отлично. Вот эти тоже хорошие, смотрите. Это клубничка такая большая. В шоколаде. В черном шоколаде. И рядышком в белом шоколаде. Да. Смотри, какие карма лапы. Смотри, какие огромные игрушки. Да. Сегодня воскресенье. Вечер, завтра тоже выходной. Так называемый long weekend. И многолюдно, очень многолюдно на пирсе. Здесь называют ворф. Вот на ворфе очень многолюдно. И здесь еще рыбаков всегда много. Они такую рыбку таскают, ну, больше, знаете, для котов хорошо. Ну, так, может, удовольствие получают. Вы, может быть, кстати, видите, что он там тащит. Оп, такую маленькую-маленькую рыбешечку поймал. И там вот тоже даже сразу две, видите, люди вытягивают. Я говорю, кошачий размер такой. Вот тут уже побольше, да, вот мы видим, там и плавают, и на сваях лежат. Сейчас светло, хорошо видно. Вот так со стороны выглядят эти колодцы, в которые мы заглядываем. Пошли сюда, посмотрим. Да, морские львы. Да, сегодня что-то вот в данный момент времени их как-то здесь немного. Куда делись, не знаю. Может, разбежались, купаются там, что называется, enjoy life. Просто культурное такое лежбище типа шпроты. Это нечто. И никто не знает, главное, кроме меня с камерой, тут вообще никого нет. Никто на них не смотрит. Все смотрят на тех, где парочка всего и лежит. Сашенька, что ты скажешь на это зрелище? Ну, в каком смысле, амам? Ты же не будешь их кушать? Нет, но я голодная зато. Так, то есть ты как бы реагируешь не на морских львов, а просто... Котики, морские котики. Это львы, львы. Морские львы. Да, львы. Мы движемся, гуляем вдоль этого пирса. И тут вот внизу платформа. Вы видите, сколько их тут. Тоже такие шпротные дела. Пахнет тоже как шпротами, только без масла. А, видали? Вы видели, что творится? Да. Вот там галдят некоторые. Скандалить. Друзья, вы видите американского велорикшу, который приглашает народ прокатиться. Эй! А с другой стороны,
пирса мы видим как-то вот тут обострение рыбной ловли. Вот тут такие суденышки. Рыболовецкие такие. Произведение искусства такое. Металлический осьминог с ручкой. Осьминог с ручкой. Такое, можно сказать, да, океанско-скобяное изделие. Трудно, друзья, пройти по пирсу, не услышав русской речи и временами даже не встретив наших студентов. Вот они, студенты. Студенты. Даже успели родить. Родить успели. Но этому мы не учим, но мы радуемся. Масечки сколько? 4-й месяц будет скоро. Вот. Друзья, приходите на пирс и спрашивайте всех, кто по-русски, не наши ли это студенты. Вот. Счастливо, ребятки. Всего доброго. Давайте. Смеркается, и мы возвращаемся домой, побродив по пирсу, посмотрев на морских львов. И так вот даже мы в сувенирные магазинчики, в кондитерские заходили. И вот как бы последние карты, кадры нашего сегодняшнего сюжета. Это велорикша, который не остается без клиентуры в наших местах.